подниматься с якоря, ставить паруса. Это приказ. Заводить банты! 15 человек отправить в трюмы! Восстановить руслини! Всех парусников! На починку грота! Поднять кливер и бизань! Живо! Второй кливер! Я должен его догнать. Куда пойдем? В Алжир. Ее наверняка везут туда. Прямой фок, квадратные фонари. Эскренвиль. Наконец-то. Вижу шхуну сзади по бакборду! Это Рискатор! Не может быть! Он нас догоняет! Это он. Так быстро нагнал. Прибавить парусов! Нет. Ставить грот. Но ванты еще не обтянуты. Мы рискуемся сломать. Отстают! Они отстают! Добрать шкоты! Курс на Сицилию! На другом галсе он нас догонит. Риск чересчур велик. Я знаю. Наверху готовы? Готовы, монсеньор! Грот поднять! Есть поднять грот! Зови капитана, быстро! Кажется, нам придется драться. Мы проиграем. Иного выхода у нас нет. Боевая тревога! Открыть пушечные порты! Приготовиться к повороту. По местам. Перережем ему курс. Дюйм влево. Пловцы в воду. Пловцы в воду! Держать ближе. Еще. Он сошел с ума. Расстреляем его в упор. Канониры, к пушкам! Огонь!
приготовиться. Приготовить абордажные крючья! Приготовить абордажные крючья! Занять боевые посты! Пошли на абордаж! Сдавайся. Или все твои люди погибнут. Вчера утром ты похитил Анжелику. Где она? Ясон. Искать всю бригантину. Она где-то здесь. За мной! Осмотрите все каюты! В нижнем трюме ее нет. Если ты убил ее, то ты убьешь меня. Ясон. Где она? Она на пути в Алжир. Он ее продал работорговцу. Он не все сказал тебе. Она попадет в гарем султана Микен. Знаешь, кем она будет? Наложницей! Ну, убей меня! Убей. Это слишком просто. Ты умрешь медленной смертью. Такой же жестокой, как ты сам. Ясон. Заберите к нам на шхуну всех, кто еще жив. А его привяжите к грот-мачте. Ты мой Рабов! Ты мой Рабов! Дорогие Лизабелл! Ты мой!
курс на Алжир. Это безумие. Они не впустят в порт шхуну, принадлежащую Рискатору. Курс на Алжир. Personne n'a jamais sauté d'ici. La nature a horreur du vide. Les savants islamiques l'ont su 2 siècles plus tôt que les occidentaux. Où suis-je? Chez moi, en Alger la Blanche. Ne me dites pas que c'est vous mon nouveau maître. J'en ai pas les moyens. Je ne suis que commerçant. Puis-je savoir dans quel lit vous comptez vous défaire de moi? Vous allez connaître les honneurs de la couche du roi de Mykonès. Vous ignorez sans doute que je suis l'épouse du Rescator. Il se vengera. Je l'espère. Et que pour cela, il commettra une folie qui le perdra. Ce démon libère les esclaves. Si on le laissait faire, il ruinerait le commerce de toute la Méditerranée. Il me délivrera. Non, madame. Le Rescator n'étant ni turc ni arabe, son bateau n'a pas le droit de citer dans le port d'Alger. Il y viendra quand même. Non, madame. Il y a entre votre mari et les meilleurs de ses alliés barbaresques un mur infranchissable. Celui de la religion. Dès demain, je vous remettrai dans les mains d'Osman Ferhadji, grand maître du harem du roi de Mykonès. Il n'a pas son pareil pour dresser les femmes. Уйдите. Я Осман Фераджи, управляющий гаремом Его Величества Муле Рашида, султана Микенского. Итак, я вижу женщину, внушившую любовь самому королю Франции. Откуда вы знаете? О вас мне известно все. Вы Анжелика, маркиза де Плессибельер. Вы вдова, но тем не менее у вас сразу 2 мужа, правда, в одном лице. Граф де Пейрак, он же Рискатор. Да, вы хорошо осведомлены. Франция, ее нравы, обычаи всегда меня интересовали.
Я выписываю из Франции предметы роскоши, книги, ноты и женщин. Одним словом, все, что может доставить радость моему повелителю. Я тоже взяла бы вас управляющим. Какая остроумная Фируза. Не поняла? Это слово означает француженка, но не просто француженка, а восхитительное, полное очарование. Я приобрел дорогие ткани. Извольте выбрать то, что вам по вкусу. Не угодно ли вам также отведать сладости из Персии? Я уверен, что в самых модных парижских салонах они бы имели успех. Не желаете ли заказать себе платье из этого лионского шелка? Хорош? Не дурен. Ну, простите, эта ткань не лионский шелк. То есть? Она могла быть изготовлена где угодно, но не на мануфактурах Кольбера. Это всего лишь подделка. Благодарю вас. Вы открыли мне глаза. Ты знаешь, что, обкрадывая меня, ты обкрадываешь всемогущего султана Муля Рашида. Пощады, господин, прошу пощады, жальтесь! Неужели вы убьете человека из-за куска ткани? Благодарю. Странная чувствительность для женщины, которая в обществе посланника персидского шаха присутствовала при казни колесованием. И это вам известно? Когда повелитель увидит вас в Микенах, он будет в полном восторге. И от вас, и от меня. Я не поеду в Микены. О, мадам, не заставляйте меня прибегать к силе. Вы слишком прелестны. Я был бы в отчаянии. Я пришлю вам парикмахера, портного, музыкантов, книги. Словом, все для того, чтобы в ожидании отъезда вы приятно проводили время. А для вашей безопасности во дворе я оставлю свою стражу. И, кстати, запомните, мадам, от меня еще никому не удалось убежать. Гребное судно слева по борту! Спустить шлюпку на воду! Француз? Да. Я не воин. Я торговец. За спасение я заплачу. Мальтийский рыцарь? Да? Ты еще пожалеешь, что попал ко мне в руки. Заковать! Да, вам досталось. Я Симон Бельбек. Из Сен-Мало. Как придем в Алжир, попробуем бежать. Я вижу, вы человек отчаянный. Из их тюрьмы не сбежишь. Слушайся меня. Завтра будешь на свободе. И еще разбогатеешь. Пленники! Пленников ведут! Шевелись! Да проходи! И быстрее! Живо, живо! Шагай! Шагай! Быстрее! Да, шевелись! Шевелись! Розово! Быстрее! Проходи! Не задерживайся! Живо! Быстрее, быстрее! А ну, куда? Шевели.
Двигайся, живо, живо! Быстро! Проходи, вот. Проходи! Ну, чё встал? Что будет? Надо ждать. Нужно. Спать не дают. Зачем он нас будет? Учителей, спать уже нельзя. Это наше право. Эй, его! У нас мало времени. Стража их быстро успокоит. Возьмите, я вас выведу. Его тоже. Завтра зайди к ростовщику. Получишь 5000 цехинов. Сколько? Целых 5000? Ушам своим не верю. Клянусь честью, вы богаты, как Раскатор. Я есть Раскатор. Тогда почему же вы здесь? Скоро узнаешь. Thank you.
происходит? Как этот человек проник сюда? Ваша честь, вы не узнаете меня? Вероятно, этот наряд ввел вас в заблуждение. Вы? Я. Идемте. Откройте! Откройте! Ваша честь, из крепостной тюрьмы сбежал каторжник. Мы видели, что он вошел сюда. Сюда никто не входил. Ваша честь, я буду вынужден обыскать дом. Вы забываетесь. Посольство не подлежит обыску. Здесь территория моей страны. Благодарю вас. Вы что, собрались на бал-маскарад? О, нет. Мне надо было попасть в Алжир. Сложный путь. Зато соблюдена тайна. Рискатор слишком известен, а в моей ситуации, чем меньше огласки, тем лучше. Что я могу сделать для вас? Ну, прежде всего, помогите мне стать самим собой. Если ваша жена все еще в руках работорговца, вы, пожалуй, сумеете ее освободить. Но я боюсь, что она уже на пути в Микены под охраной османа Фераджи. Тогда вы бессильны. И даже я, ваш друг, не осмелюсь оказать вам поддержки. Султан Микен внушает вам такой страх. Вы наши обычаи знаете. Его чтут как наместника пророка. Поэтому любая женщина, попавшая в гарем султана, считается неприкосновенной. Поверьте, здесь вы ни на кого рассчитывать не можете. Могу. На Анжелику. И на себя. Que personne ne s'égare. Allez. Je vais voir ces femmes toutes les heures. Que le vent ne les dessèche pas. Manquez de rien? Si, de liberté. Qu'en feriez-vous? Je m'en irai. Mais vous avez le diable au corps. Vous n'avez encore rien vu. Prenez garde au cheval, il est au roi. Cet homme du mal, vous avez affaire à moi. J'espère qu'il n'a pas attrapé des coups de soleil. Il faut que vous sachiez que le roi a deux passions. Les femmes et les chevaux. Les femmes et les chevaux ou bien les chevaux et les femmes? Apprenez, madame, que même en Occident, les femmes n'ont pas eu d'âme avant le concile de l'an 600. Où avez-vous pêché cela? Dans vos pères de l'église, dont j'aime la lecture. Laissez-moi faire. Quelle nuque délicate. Je crois décidément que mon souverain vous préférera à son cheval. Il aurait tort. Vous n'aimez pas l'amour? J'aime le rescator et je lui resterai fidèle. Même si cela doit me coûter la vie. Musique.
Мы приближаемся. Вы знакомы с роскошью Версаля. А теперь убедитесь, что Микены — это чудо Востока. Придется закрыть лицо. Не вижу причины. Я не представлю ему непокорную женщину. И пока помещу вас в Нижний Гарем для отвергнутых жен. Я вам буду только благодарна. Не спешите благодарить. Привет тебе, Осман Фираджи. Будь благословен, всемогущий повелитель. Скорее покажи, что ты привез мне. Смотрите, повелитель. Все самое редкое, что мог отыскать. Прекрасные книги, клавесин, естественно, пряности, ткани, ученого-астролога, предсказателя судьбы, испанские клинки, немецкие пистолеты, часы. Неужели? Величиной с яйцо. Что бы я без тебя делал? А я без вас. И, наверное, как всегда, ты мне приготовил какую-нибудь диковинку? Вы угадали. И этот подарок столь великолепен, что вам позавидовал бы сам король Франции. Что же это? Английский жеребец. Так ты прибыл сюда из Англии. Пересек всю Францию. Море. Пустыню. Седло! Он чудо! Укротили его, мой повелитель. Он полюбил меня. Итак? Что и так? Султан бесподобен. Дурен. Вы сами видели. Жеребец ему поначалу противился, а потом с радостью покорился. Qui a ordonné cela? Le roi. Qu'avait donc fait cet homme? À son habitude, il a dû larguer le roi.
voici votre palais. Le harem du haut, par contre, est un paradis. Le roi y choisit sans doute sa compagne pour la nuit. Si vous voulez... Non. Certaines de ces femmes ont dû combler votre maître. Pourquoi les traitent-ils si mal? Parce qu'elles ne sont plus bonnes au lit. Alors pourquoi ne pas leur rendre leur liberté? Toute femme qui entre ici devient femme du roi. Elle n'en ressort que morte. Délicieuses perspectives. Pour elle, mais pas pour vous. Je vous expliquerai plus tard. Почему ты закован? Я приговорена к смерти. Считается, что я изменила султану. А султан даже ни разу меня не видел. Кто же посмел тебя приговорить? Это приказ Османа Фираджи. По его словам, мне нет прощения. Что ты сделала? Я полюбила здесь одного пленника. Дворянина из Венеции. Мы с ним встречались тайком в садах. Но нас выследили. Его казнили при мне. Это было ужасно. До сих пор у меня в ушах стоит его крик. Молитва началась. Сейчас должны прийти и за мной. Нет! Нет! Я не хочу! Нет! Нет! Сюда, маленькая Фируза. Прошу вас. Вы были в аду. Взгляните теперь на рай. Если они увидят, как вы прекрасны, это может стоить вам жизни.
Вы меня специально сюда привели? Ни в коем случае. Я хотел, чтобы вы увидели нашу экзотику. Сад, цветы, верхний гарем. Лжете. Вы показали мне участь, которая меня ждет в случае непокорности. Поверьте, в покорности есть своя прелесть. Согласитесь для собственного блага перейти в верхний гарем. И не подумаю. Отсюда не убежать. За воротами города лишь пустыня и смерть. Лучше смерть, чем султан. Напрасно. Где француженка? Я не слепая. Ее. Что происходит? Конец праздника Рамазана. У вас он называется Пасхой. Для своих жен в этот день султан всегда устраивает представление. Да чего же он добрый и милостив, ваш повелитель? Позвольте вас проводить. Но я не хочу, чтобы меня видели. Нет ничего проще. Ночью две женщины приходили взглянуть на меня. Я знаю. Это Лейла, любимая жена султана, и ее служанка. Чего они хотели? Ну, я думаю, убить вас. Вы слишком красивы. Наверняка и во Франции вам докучали соперницы. Да, но там я была свободна и могла себя защитить. Я жду от вас только слова «покорно». Стоит вам его произнести, и ваша жизнь будет в безопасности. Более того, вы станете повелительницей этой страны. Ne me fais plus attendre. Laisse-moi te présenter. Tu es celle que j'espérais, que j'attendais. Si tu le veux, si tu m'écoutes, le roi t'aimera sans te dominer. Et toi, tu la serviras par ta beauté. Pour rêver. Jamais en matière de politique. Moulalakhchid est un prince d'une force écrasante. Il le voit clair, il le voit loin, il sait agir promptement. Seulement, c'est un être insatiable. Souvent en péril de tomber sous l'influence d'une cervelle fragile et mesquine. Si tu l'aides à se réaliser, si tu disciplines ses rêves conquérants, alors il pourra aspirer au titre suprême de commandeur des croyants. Aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. Si je vous comprends bien, vous voulez régner à travers moi. Je ne veux rien pour moi, mais je veux tout pour lui. Je suis désolée, mon ami, mais je ne puis vous aider. J'aime le rescateur. Qui sait? Demain, peut-être. Non. Vous connaissez le vieux proverbe arabe, il ne faut jamais dire fontaine. Je ne boirai pas de ton eau. Ah, vous le connaissez. Ce n'est ni vieux, ni un proverbe, ni arabe. C'est de Jean de La Fontaine, poète français et de mes amis. Ah. Parfaitement. Vous lisez trop et trop vite. Vous finirez par confondre la Bible et le Coran. Thank you.
Я надеюсь, государь, ты в добром здравии? Разумеется. А вот для тебя, собака, настал час расплаты за твои дерзости. На все Божья воля. Ты будешь вздернут на стенах моего города. Возможно, тогда наглости у тебя поубавится. Разве просить о справедливости — это наглость? Но я могу и помиловать. Даю тебе последний шанс. Прими ислам, отрекись от своей веры и будешь жить. Я не могу этого сделать. Ты отнимешь у меня веру только вместе с душой. Тогда ты умрешь. Я готов, государь. Почему тигр не тронул тебя? Спроси у него, государь. Я предпочитаю, чтобы ты сам мне ответил. В чем твой секрет? Открой. Я пощажу тебя. Слово султана. Сперва пощади, а потом я отвечу. Ну что ж, пусть будет так. Приблизься. Попрошу тебя, позволь мальтийским рыцарям явиться сюда, чтобы выкупить рабов христиан. Ты шутишь с огнем. Если тебя интересует мой секрет. Подойди. Иду, государь. Теперь полегчало. Рассказывай. Я хочу есть. Садись. Тебе, конечно, известно, государь. Мне часто приходилось давать еду хищникам. Я знал, что сегодня меня должны кинуть им на съедение. Поэтому утром постарался накормить их так, чтобы они были сыты по горло. Ты издеваешься надо мной в присутствии моих подданных. Ты не можешь меня убить. Слово султана тверже алмаза. Ты мне нравишься, Коля. И ты мне нравишься, государь. Но твой главный недостаток — гордыня. Ты убежден в том, что выше меня. Этот недостаток можно устранить. Отруби мне голову. На сей раз ты перешел все границы. Ну что ж, твое желание будет исполнено. Нет! Кто посмел? Прятал? О, повелитель, я хотел вам сделать сюрприз. Она прелестна. Она восхитительна. Колен Потюрель, эта женщина спасла тебе жизнь.
Мадам, надеюсь, вы понимаете, что означает подобный подарок? Что на меня снизошла неземная благодать. Поздравляю. Вы победили. Ведь вы специально все это подстроили. Не так ли? Но ради вас вам остается лишь проследовать в верхний гарем. Ici que les favorites du roi l'attendent chaque soir. Je te trouve bien calme. Dois-je donc trembler? Pourquoi as-tu crié? Je n'aime pas voir tuer les innocents. En attirant l'attention du roi sur toi, tu savais ce que tu risquais. Il me semble que c'est ce que vous attendiez. Puis comme tôt ou tard, il m'aurait vu. Je croyais que tu préférais que ce fût le plus tard possible. Je commence à me ranger à votre philosophie. La vie n'est qu'un passage, non? Tu n'as pas l'intention de mettre fin à tes jours. Alors tu me prépares un tour à ta manière. Je suis séparée à jamais de l'homme que j'aime. Et je n'ai nulle envie de jouer des tours. Tu es résignée? Je ne l'ai jamais été. Je n'aime pas ce qui se prépare. Moi non plus. Mais vous ne pouvez rien faire pour reculer cette entrevue. Rien. Alors, Inch'Allah. Да, завидная у меня участь. Целые дни проводить вместе с этими бедняжками в ожидании очередной прихоти султана. В этом ожидании для них вся жизнь. Они любят султана. Они любят, а я нет. Я вижу, вы еле сдерживаетесь. Напротив, я спокойна и полна решимости. Здесь покои султана. Теперь только от тебя зависит. Либо нижний гарем, либо титул повелительницы Микен. Красиво. Даже очень. Тебя добивался король Франции. Почему ты ему отказала? Я не любила его. Велика важность. А он? Думаю, что любил. Только это имеет значение. Просвещенные умы во Франции полагают, что без взаимности любви быть не может. Вздор. Не всегда удается внушить к себе любовь. Почему он не воспользовался своей властью? Есть нечто такое, что силой не завоюешь. Любопытно, что же это? Мое сердце, душа. Здесь у женщин нет души. Сколько бы вы ни пытались меня в этом убедить, я с вами не соглашусь. Мне твоего согласия не нужно. Совершенно напрасно. Почему же? Вы не знаете женщин. Ты думаешь? Я тебе докажу обратное. Вот как?
Тогда мне нечего бояться. Не правда ли? Подождите. Ты хочешь еще чем-то удивить меня? Ну что ж, я жду. Я никогда не буду вашей. Лучше умереть. Умереть ты успеешь. Но только тогда, когда я этого захочу. Осман! Я поручаю ее тебе. Эта женщина посмела оскорбить меня. Султан великой своей милостью готов простить тебя на этот раз. Но только если ты ему покоришься и примешь веру Аллаха. Покорись, это твой последний шанс. Согласись! Спаси свою жизнь! Они убьют тебя! Они же могли ее убить. Ты еще называешься ее другом. Как ты мог? Vous avez été très courageuse. Ma détermination à mourir était telle que j'ai à peine senti les morsures du fouet. Vaniteuse. J'avais fait imprégner les lanières du fouet d'un narcotique très puissant. Plus on te frappait, plus tu devenais insensible à la douleur. Et les tenailles. Regarde ton corps. Il est intact. Mais comment? Parce qu'au lieu de répéter au roi que tu préférais mourir, je lui ai dit que tu te soumettais.
Tu as encore le temps de devenir sensé. Je ne te représenterai au roi qu'à la prochaine lune. N'avez-vous donc pas compris que je ne céderai jamais? Mais si. Seulement, tu vas méditer sur le destin que tu t'es choisi. Il te reste 12 jours pour te préparer à ton prochain supplice. Чистейшее золото. Я велел пересчитать, тут ровно на 300 тысяч цехинов. 300 тысяч? Где ты украл его? Говори, или я прикажу пытать тебя. Одну секунду, повелитель. Открой рот. Он ничего вам не скажет. У него отрезан язык. Неважно. Он нем, но не слеп и не глух. Ты украл это золото? Где же ты его взял? Не гневи меня. Сколько времени туда добираться? 2 часа. 2 дня. Ты покажешь. И много еще там золота? На прогулку что-то не похоже. Да, взяли с собой запас питьевой воды. Так что, сегодня? Ботвиль, постарайтесь добыть 3 лошадь. Для нее. Ты принесла. Султан вместе с Османом куда-то уехали. Думаю, что лучшего случая у меня не будет. Thank you.
собирался в гарем самого султана. Знаешь, что тебя ждет? Ты потеряла рассудок, Лейла. Если ты ее убьешь, то тебе не миновать казни. Лучше помоги нам с ней бежать. В ее исчезновении обвинят одного меня. А ты уберешь опасную соперницу. Стражников нет. Значит, Лейла не обманула. Будем надеяться. Спасли мне жизнь. Ну где? И есть всемогущий муля Рашид, султан Микены, повелитель пустынь. Да, это я. А ты кто? Это Рескатор. Я тебя ждал. Где золото? Вот. Ты смеешься? Это действительно золото. Какое золото? Это свинец. Подожди. Здесь золото на 5000 цехинов. Он обладает колдовской силой. Нет, силу ему дает знание. Он открыл секрет получения золота. Я хочу его знать. Но с одним условием. Со мной не торгуются. Согласись на мои условия, и весь мир будет у твоих ног. Если же нет, я умру, но не выдам тайны. Цена этой великой тайны – женщина,
мой повелитель. Женщина? Забавно. Моя жена. Ты держишь ее в своем гареме в Микенах. Лишь одна женщина может внушить человеку подобную страсть. Единственная, которая мне не покорилась. Анжелика. Так ты принимаешь мое условие? И сколько нам ехать до моря? Около 2 суток. Если встретится оазис. Встретится, я уверен. А лошади выдержат? Это ведь не верблюды. Вот именно, а то бы нас уже давно догнали. Ты считаешь, что опасность уже позади? Господин граф де Ватвиль, я вижу, 4 года неволи лишили вас мужества и достоинства. Ты забываешься, мужлан. Здесь мы равны. Это во Франции, если нам удастся вернуться. Ты опять будешь дворянин, а я, как ты говоришь, мужлан. Ступай лучше. Наполни бурдюки водой. Труднее всего будет в горах. Я выдержу. Государь, Колен, Патюрель и француженка, воспользовавшись нашим отсутствием, бежали. Что? Виновных я покарал. Но возьми и мою жизнь. Я должен был это предвидеть. Я принял условия Рескатора. И обязан либо сдержать слово, либо наказать самого себя. По твоей милости, моя честь оказалась запятнанной. Thank you.
Хорошо. Стой! Останови! Стой! Умоляю тебя, остановись! Пощади его, государь. Страна велика, но твоя жена будет найдена. Приказ султана! Вперед! Со мной! Large pour un cheval. On ne passera jamais. Celui-là est le moins ombrageux. Je vais essayer de le faire passer. Nous y attendra. Tu es sûr de tes complicités? Передохните. Я проведу лошадей и отправлюсь на разведку. Если попаду в засаду, выстрелю в воздух. Предупрежу об опасности. Нет, пойду я. Ты скорее сможешь ее спасти. Но вы же погибнете. Еще ни один Ватвиль не умер в своей постели. Прощайте, мадам. Или до встречи в Версале. Красиво там, наверное. Я знаю во Франции только море, по которому плавал. Да свой родной город. Сен-Валери-Анко. Город-порт. Ворота в Нормандию. Изумрудная зеленая Нормандия. Не то, что это проклятая богом Африка. Встретив вас, я впервые пожалел, что я простой матрос. Почему? Хочу вам сказать, если нас поймают, зная, какие муки вас ждут, я не отдам вас им в руки живой. Я смогу это сделать, потому что я люблю вас. Любите меня? Без всякой надежды. Если нас схватят, мы умрем. Если спасемся, я всего лишь матрос.
sont les soldats du roi qui l'ont tué. Et vous le savez très bien. Pour nous, ce sera la prochaine embuscade. Et la barque? Elle doit rester cachée derrière les rochers jusqu'au moment où nous apparaîtrons sur la grève. Alors, tentons notre chance. Вы же мне обещали. Убейте меня. Я не хочу опять попасть в руки султана. Убейте. Нет. Стреляйте. Стреляйте.